Сегодня мы составляем акт описи ареста автомобиля «Лада Приора». Был осуществлен выезд в адрес должника с целью проверки имущественного положения, так как он длительное время уже не оплачивает свои долги, хотя уведомлен о них. Вот. Дверь он нам не открыл, обнаружили автомобиль. Сейчас будем составлять акт описи ареста. Долг общий у него 230 тысяч. По службе это коммунальные платежи, налоги, штрафы, пенсионный фонд. Вы можете приехать к нам в отдел по коммунальным платежам ознакомиться. Должность по налогам у вас каждый год идет. Транспортный налог и пени. Транспортный налог я не получал. Налог на имущество и пени на него. Налог на землю и пени. Нет, я... Все вместе там считаю. Машина, тогда машина здесь причем. Вы налоги платите? Я заплачу, я говорю, я не получал. Вы сейчас готовы оплатить? Налоги, конечно, я заплачу. 70 тысяч у вас по налогам и 8800 исполнительский сбор. Машину, смотрите, мы уже составили акт описи ареста. Нет, машину сейчас я... вас эвакуируют. Никто машину... У вас будет 10 дней, чтобы погасить. Машину никто пальцем не умеет права трогать. Это раз. Я не дам его забрать. Это мы два. Мы уже составили акт. Ну что заставили? Вы много. Я ничего не получал. Я про это вообще сумму я ничего не знаю. Вы я сейчас поеду налоговой, сейчас я разберусь. Вы я не получал. У вас будет 10 дней, чтобы. Я машину не дам забирать. Хотите тут концерт строить? Стройте. Сейчас я ребенку посажу машину, я посмотрю, как его заберет. Вместо с ребенком, пожалуйста. Удерживает каждый месяц. У меня получку я не получаю. У меня удерживает. Знаете, что судебное решение нужно оплачивать в течение 5 дней. Либо обращаться в суд за рассрочкой, если вы не можете. У меня детское пособие даже снимают. За я 3 года не получаю. Можно было выплатить частями. Я почему вы не платили 3 года? Если я не работал раньше, а сейчас начал работать, начал. Почему платить? Не обращались в суд? А мне, мне машина нужна, потому что у меня дети есть, трое, многодетная семья, мне их в больницу надо, туда надо, сюда надо. Что, будет возить меня?